Всем привет, ребят! Приветствую на канале Видео Кис из 90-х. И что же могу сказать, ребята? Вот я приобрел вот такой чудо-пакет из магнита за 800 рублей. За 800 рублей, ребят, да. Вот такой пакетик беленький из магнита. Ну, конечно, ребят, я приобрел не сам пакет за 800 рублей, а то, что в пакете. А в пакете, ребята, у нас пираточка на PlayStation 2. Вот такие вот, ребята, пирожки. Ну что ж, давайте приступим к достававшечке, открывашечке пакета. Посмотрим, что же там за диски, что они себя представляют, какого, так сказать, качества, как, ну, в каком сохранении, я имею в виду. Ну, как ему, что могу сказать, это пиратка. Больше, так сказать, сильно хорошего ничего не ожидайте. Там мануалов ничего не будет, это, естественно, пираточка на DVD-болваночка. Давайте наливаем кофеек, чаек, коньячок, колу с коньячком и попиваем, ребята, будет интересно, думаю. Не переключаемся. Я даже не знаю, что здесь за игры и сколько их, потому что я купил их оптом. Увидел в объявлении, да, кстати, я увидел в объявлении их за 800 рублей. Девушка продавала, продавец. Было написано, что PlayStation 2 пиратка. 20 дисков, возможно, больше, за 800 рублей. Я с ней созвонился, купил, приехал домой. И вот сейчас мы будем их смотреть. Что же они себя представляют, что же даже сказать, что за игры там, я вообще без понятия. Ну так, погнали. Достаем, так сказать, наобум, как поле чудес. Черный ящик, залазим рукой, не заглядываемся. Принц Персии, ребят, вот такой диск, пираточка. И Ubisoft видим. Ну, что могу сказать? Здесь ничего интересного. Вот так открываем, смотрим. Да, ну диск этот чуть покоцанный. Что могу сказать? Это пираточка, ребят. Здесь больше ничего не будет. Ни мануалов, ничего. Принц Персии. Следующий диск. Русская версия PlayStation 2. Германия. Это, естественно, у нас что? Футбол, скорее всего, наверное. Футбик. Да, футбик, футбик. Ну, что я могу сказать? В этом видео мы, скорее всего, посмотрим, что за диски, что за игры. Вот такой диск. О, тут вообще зацарапанный. И все на этом. Ну, не знаю. Может, еще и повключаем, посмотрим. За все зависит от того, сколько займет времени это все. Просто не хочу растягивать видео, так сказать, чтобы заняло 30-40 минут. Час-два это нахер не нужно. Так, вот такой вот. И видим этот... Игрушечку, это как, блядь, что за название-то понять не могу. Короче, это стрелялка-убивалка, на машинах ездим, и на PlayStation 1 есть такая игрушка. Блядь, забыл. И With Metal, что-то такое название, непонятно только, что написано. Вот такой дисочек видим. Так, ну здесь уже получше, сохран, так сказать. Не зацарапанный. Ну, если было бы это лицуха, то вообще бы было огонь. Star Trek. Вот такой дисочек. Если бы лицуха, было бы огонь вообще. Здесь тоже пока говорю, нормалек пойдет. За 800 рублей пакет с дисками вообще зашибись. Так. Star Wars Battlefront. Открывать. Ах, блядь. Ёк-макарёк. Ну, ничего страшного, это пираточка. Можно боксик поменять будет. Ну, здесь тоже нормально. Пойдет потрепанное временем. Ну, нормалёк. Кстати, мне вот такие боксы на DVD-шках не нравятся. Мне нравятся старые, такие стародельные, толстые. Это уже, так сказать, к концу заката PlayStation 2. Такие боксы начали делать пираты и... Насчет отсухи не знаю, но насчет пиратов, да, потому что у меня была PlayStation 2. И к концу заката PlayStation 2 вот такие боксы начали делать. Агент 007. Вот такая вот коробочка у нас. Тонюсенькая. Так, вот такой вот дисочек. Ну, здесь, можно сказать, вообще идеально все. Так, ну пока не знаю, что я себе оставлю, пока ничего не нашел интересного для себя.
Одно знаю, что здесь где-то должен быть опана. Вот это я точно себе оставлю. Silent Hill 3. Конечно, боксик поменяем. Вот такой вот раскоцанный, разъебанный боксик поменяем. Но это я себе оставлю точно. То, что я увидел на фотографии здесь, ребят, сейчас я хлебну коньячок с колой. А то в горле пересохло. У девушки на фотографии была игрушка Need for Speed Most Wanted. Да, но здесь поезженный дисочек. Но я, естественно, все это потом почищу. Надеюсь, все будет запускаться. Так, это пока себе оставляю. Ну, это, естественно, мы будем все включать потом. В зависимости от того, сколько это видео займет времени. Так, погнали дальше. И следующая у нас вот такая вот японская дичь Naturo. От компании Bandai, русская версия. Не знаю, ребята, что за хрень. Включу, затестю. Затещу, можно сказать. Как, не знаю, короче. Что за японская дичь? Оба, тут вроде даже еще чек есть. Чек есть, оказывается. Так, чек-то есть, но он уже весь выгорел. Не видно даже цену и год. Жалко. Ну, состояние нормалек здесь. Вот такой дисочек. Вот такой дисочек. Так, это сюда. Оба-на! Resident Evil, Код Вероника. Помню, ребята, эту игрушку на Sega Dreamcast. Была у меня тоже Sega Dreamcast. Кстати, хочу тоже приобрести себе, чтобы вспомнить детство. Ну, зачетная игрушка на Dreamcast была. Вот такая вот херня. Да, кстати, бокс. Вот такой мне бокс нравится. PlayStation 2. Зашибись. Вот такие боксы вообще зачетные. Ну, дисок такой. Состояние на троечку с плюсом. И полиграфия на диске что-то даже мне, ну, не зачет, не то. Такое ощущение, что это Том Райдер, блядь. Ну, пока точно оставляю себе. Это уже, то, что я ложу сюда, это точно себе. Ох ты, ёк-макарёк. Alone in the Dark тоже. Sega Dreamcast, помню такую игрушку у меня была. И игра вообще зачетная. Ужастик от третьего лица, вообще зашибись. Так я ее и не прошел, потому что было все на английском. Atari, ребят, видим Atari. Русская версия, русская и английская версия. Ну, надеюсь, что будет на русском базарить. Это вообще-то огонь будет. Так, Alone in the Dark, вот такой вот. Полиграфия вот такая нормальная. Да, ну, на троечку с плюсом состояние. Так, это тоже себе. Футбол Pro Evolution Soccer 4. Konami, видим. Я даже вот не вкусь. Опа, она вот подъебон. Подъебончик. Пустой боксик. Вот сюда. Так. А здесь что за херь? Арт, что поймешь, хер написано. Арти есть какой-то. Так. Открываем. За имбирь. Тут вообще болванка. Сама нарезка, что ли? Не пиратка, домашняя пиратка, можно сказать. Так, а здесь что у нас? Здесь у нас... Вот такая игрушка раньше была. Ладно, суем обратно, потом включим, затестим. Скорее всего, придется включать и проверять, что за игрушки вообще. Совпадают или нет. Так, это все убираем вот так сюда. Ребят, достаю не глядя, как в поле чудес, несмотря пакет. Mortal Kombat. Shaolin Monks какой-то. Хер поймешь, что за чушь. Без понятия вообще даже. Вот такая вот. Вот такая вот картинка сзади. Ну, чувствую вообще такое говно. Трэш, новодел, можно сказать. Вот такой дисочек. PlayStation 2, русско-английская версия. О, заляпано, ребята, чистить надо 100%. Не любитель файтингов. Не, есть у меня файтинги любимые. На Sega Dreamcast.
аж в горле пересыхает. Ну так, хлебнул, пивнул, погнали дальше. Ага, дальше что у нас опять? Что-то какие-то логотипы написаны. My Human какой-то 3. Хер поймешь. Вот такой дисочек. Так, что у нас здесь? Ага, здесь тоже домашняя пиратка, блин, болванка. Так, состояние диска. Ну, вроде на 3. Ну, на 4 с минусом. А здесь что у нас за обложка? Ох ты, нифига себе. Need for Speed Pro Straight. Ах, блядь. Все валится, дела наладятся, как говорится. Не знаю, ребят, включим и узнаем, что здесь за игра. Пока без понятия, как видим. Только с вами достаю, открываю. А, вот она, про что я говорил. Need for Speed Most Wanted. Ребята, самая любимая игрушка моя на PlayStation 2 из гонок. Я ее проходил в свое время, когда у меня была моя PlayStation 2. И знаете, почему она мне нравится? А кто в теме автомобильной движухи, здесь есть Lexus 200, то бишь с правым рулем Toyota Altezza, которая есть у меня. А с левым рулем для Европы Lexus 200. Здесь есть, ребят, 200 Lexus. И вот из-за этого мне нравится эта игрушка. Need for Speed Most Wanted. Давайте, что там внутри у нас? Опа, она внутри-то подъебон. Что такое? Нет, карбон какой-то. Не знаю. Походу диск двухсторонний. Но здесь написано карбон. Просто есть Need for Speed карбон. Так. Небольшая печалька. Я думал, что здесь Need for Speed Most Wanted. Но надеюсь, что он здесь есть на одной стороне. Оба-на. Так, что у нас? Star Force. Star Force, ребят. Вот такая вот шняга-шняжная. Не знаю, что за игра, не играл. Не любитель таких игр был. Дисочек на 4 по состоянию. Зашибись пока. Ну, Star Force. А, блядь, это Звездные войны. Че я туплю-то, ёпти. Сюда пока. Оп. Оп, вот такой боксик тоже зачетный. Толстенький, толстенький. Боксик себе оставим. Поменяем где-нибудь, что-нибудь куда-нибудь ставим, замастырим. Silent Hill, кстати, у меня там пор разъебанный был. Вот такой вот. Вот такой вот. Походу, ребят, бокс-то какой-то оригинальный, лицензионный, видать, с какого-нибудь диска. Так, так, что у нас тут? Резервер докс какой-то. Извините за мой английский. Без понятия, что за игра. Не помню. Ну, состояние на 4 с плюсом. Так, и дальше у нас... Так. Devil May Cry 3. Была тоже у меня такая игрушка. Только первая, вторая часть. Ну, третью я не помню. Ну, такая тоже. Хер японская. Там чувак такой ходит с большими мечами. Всех мочит. Да, вот она. Capcom. Соответствует диск. Вот такой дисочек. На 4 с плюсом. Даже, можно сказать, по состоянию. По царапанности, я имею в виду. Так. Дальше что у нас? Оба-на. Killzone написано. Зона убийств. Или зона смерти. И опять домашняя пиратка. Болванка. О, здесь состояние на 5 с плюсом, можно сказать. О, с 5 с плюсом, 5 с минусом. Так, а что у нас здесь? Final Fantasy, вот такая японская дичь. Не любите, ребят, таких игр. Ну, не знаю, что на диске. Скорее всего, наверное, Killzone.
Так. Дальше что у нас? Lord Rings какой-то. PlayStation 2 тоже. Почему-то вот не... Видите, как в серебре. Это, скорее всего, обозначает то, что только типа на PlayStation было или платиновая версия какая-то такая диска была. Вот такой дисочек. Lord Rings. Так, ну состояние на 3 с минусом. Не знаю, что за игра. Пока вот сюда. Так, хлебнем, а то в горле пересохло. Так, следующая игрушка. Resident Evil от Becker какой-то. От Becker, да. Может быть. От Break. Не знаю, не помню такую вот, скорее всего. Жалко, что пока не попадается мне Resident Evil 4 часть. Resident Evil. Capcom, видим. Состояние диска у нас на 4 с плюсом. Не знаю, ребят, что за Resident. Вот была бы, если четвертая часть, то стопудово я бы уже оставил себе пока сюда. Оп, ни хрена себе, вот это вот подарок. Сюрприз, киндер сюрприз. PS1, Векторман. Что за игрушка? Смакдоун какой-то. И Смакдоун 2, что ли, без понятий. 2 в одном. А, какой-то рестлер. Рестлингистские бои, что ли, мне? Чё за херь, не знаю. Пока сюда. Ну, продолжаем дальше. Не уходим, не переключаемся. Будет интересно. Что-то еще есть доставать. Правда, чуть-чуть осталось. Champions Norar какой-то или Horrard. Вот такая херня с девушкой. Хрен поймешь, что за чушь. Ох, ни хрена себе. А, тут даже два этих диска идет, корек. О, 2 с плюсом состояние диска. 3 с минусом. Не знаю, что за дичь. Что за дичь, без понятия. Вот такой дисочек вот. Battlefield 2. PlayStation 2. Русская версия. Battlefield 2, ребят. Вот такая вот чушь. Скорее всего. Думаю, что чушь. О, состояние на 4 с минусом. Вот сюда пока. Пока только путево, вот, что мне нравится, 3 диска. По названию, то, что у меня раньше было. Так. Ох, нифига себе, Silent Hill 2. 100% тоже оставляю себе. Даже играл в эту игрушку, насколько я помню. Вот такой вот дисочек. Silent Hill. А, требуется замена, ребят. Вот так, состояние на 4 с минусом диска. Вот здесь поломано все. Ребят, бокс замену требует. Ну, конечно, ребят, не обессудьте. Я отсюда, с этой стопки, выберу нормальный боксик. Себе ставлю, а тут то, что уже есть. Так, что у нас тут дальше? Ох, блядь, даже прочитать-то не могу. Кастельвания, ни хрена себе, ребята, на PlayStation 2 даже Кастельвания была раньше. Konami. Ни хрена себе, надо затестить, посмотреть. Очень интересно даже. Кастельвания, PlayStation 2. Состояние диска на 4 с минусом. Интересно. Надо будет затестить.
Так. И вот последних два диска, ребят, осталось. Так, о, опять какая-то японская лабуда. Так понимаю. Talos of Legend. Легенда о Талосе каком-то же. Вот такая вот, ребят, игрушка. Ну, не знаю, ребят, буду включать, смотреть, что за игры. Потому что я вообще без понятия с этим не сталкивался. Ну, Намка, компания Намка, должно быть все зачетно. Вот такой дисочек. Так, надо тоже чистить. Ну, состояние на 3 с плюсиком. Так, ох, нифига себе, Tekken. Ребята, Tekken 4, Намко. Не помню, что за игрушка, помню, Tekken 2, Tekken 3, Tekken 4 не помню, но я не любитель файтингов. Вот такой дисочек, PlayStation 2, русская версия. Ну, заляпанный, ну, состояние на 4 с минусом. Так, ну все. Ну вот. 4 диска стопудово себе оставляю. Конечно, боксы поменяю. Так, здесь сколько у нас? 4 получается. Тут у нас 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, блядь, подождите. Надо их сложить нормально. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, там 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 дисков, ребят. 26 дисков. Плюс один бокс пустой. И вот такой. С этим 27. 27 дисков, ребят, за 800 рублей. Ну, я считаю, нормально. За имбирь. Вот такой у нас был чудо-пакет из магнита. Из магнита, говорю. Как видим, тут все пусто. Еще какой-то там пакет. Пакет-пакетик. Так, ну здесь ничего нет. Ладно, это в мусорку. Ну, что могу сказать? Даже вот не знаю. Давайте, скорее всего, на этом мы остановимся, так сказать. А кому, ребят, интересно, так сказать, мое включение дисков, посмотреть, что они себе представляют, что за игрушки, вы напишите мне в комментариях, когда выйдет это видео, кому будет интересно. Конечно, для себя я подключаю вот эти вот диски, что они себя там за игры представляют, особенно вот эти вот японские, мне интересно, что они представляют. Я для себя их подключаю и выберу, что мне интересно, и оставлю для себя все, что мне не интересно, я буду продавать еще по цене, не знаю какой, ну, по цене, либо продавать, либо на обмен. Так что, под этим видео будет ссылочка в описании, в этом объявлении будет в описании ссылочка на мое объявление, либо на продажу, либо на обмен. Ну, ребята, кому интересно будет, пишите мне в комментариях, чтобы я снял видосик и повключал вот эти игры, что они себя собой представляют, особенно вот на тех дисках, где не было этикетки. Потому что я без понятия, что там за игры. Ну вот, вот, ребят, вот было такое небольшое, краткое видео, познавательное, так сказать, распаковочка, доставашечка из пакета, который я приобрел в городе Екатеринбурге. Всем, кому понравилось, ставим лайкосики. Кому, естественно, не понравилось, ставим дизлайкосики. Пишем комментарии, делимся впечатлениями. Всем пока, ждем новых видосов.